Зеленые легкие города в обмен на новый магазин. Предприниматель срубил два дерева возле дома номер 100 на проспекте Строителей. Жители близлежащего дома объявили новому соседу войну. Они не давали свое согласие на такую процедуру на территории их кооперативного дома. Да и акт на снос деревьев называют недействительным. Мы показали документы работникам Зеленстроя и экологической инспекции. Что резюмировали специалисты, знает Илона Скрипник.